Хорошо. Ебать, я переиграл сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же чел. Бля, как меня так наебашили сильно? А, я понял уже. Полетели вместе медалсы, не будем сюда больше лететь. Не, нормально. Главное сейчас залутаться и просто не творить херню, как я это делаю всегда. Легендарно даже. Вот мне повезло сейчас. Давай, 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 давай. Опа. О, все, я могу уже впушить, да? Нет? Я, не дай бог, он нашел там тактик какой-нибудь. Нашел пампу. Он явно не ожидал того, что я просто как мышь вылезу такая. Он просто этого точно не ожидал. Я уверен. Блять. Патронов нет. Спасибо, брат. О, а теперь есть патроны, подожди. Мы прокачаем это все. Блять. Ты заебал. Бля, долбоеб. Почему так пусто в этом городе? Я ненавижу это. Агентство падает бессмысленно. Если не ваш форт, то во что посоветовал бы поиграть в Call of Duty? Многие, наверное, думают, ты, блядь, долбоеб, не умеешь укрепленщики делать. Так специально я этого не делаю. Потому что мне нужно чуть-чуть пропушить, чтобы он меня скинул. И все, мне не нужно, блядь, укрепленочку идти наверх. Я всегда это делаю с экономией ресурсов. Застрял. Я попал все равно. Блять, то у него помпа ебаная. Lucky shot. Ебать, не, он сюда точно не хотел попадать. Здравствуйте. О, нет, хотел бы. Подожди. О. А вот это я хочу. Я сейчас. Я не понимаю вот эту игру просто. Ну, блядь, ну что за клоунская игра, нахуй? Посмотрите на вот это. Вот. Метка есть. Почему эту хуйню подобрать вообще не могу? Да, ни хрена себе, нужно поломать. Пиздец. То есть чел, в принципе, который это лутал, он смирился с тем, что он не заберет и пошел дальше. Пиздец. Сейчас я не могу назвать Fortnite игрой с фаном. Тут реально сейчас какая-то серьезность, что абсолютно не свойственно Fortnite. Ну реально, вот вы представьте просто, вот представьте серьезного дядьку, и он там реально какие-то правильные вещи вещает всегда. И резко он стал веселым. Ну типа, знаете, просто дурачится и всякую хуйню творит, что не свойственно ему. У вас диссонанс в голове. Типа, что вообще за хуйня? И, типа, вы изначально приходили к чуваку, по большей части, за тем, что он там серьезные вещи загоняет. А тут резко он дурачиться начинает. Вам это неинтересно. Либо же наоборот. Вот есть такой, типа, веселый дядька. Ну, ладно, не веселый дядька, ну, не знаю. Я не знаю, как его пример привести. Просто веселый чел, которого постоянно смотрите. И резко на следующий день он серьезный и не шутит вообще. Типа, ноль шуток. Просто такой серьезный, реально. Затирает вам и такой, блядь, в смысле? Я пришел сюда порелаксить, поугарать. Нахуй ты мне эту серьезную вещь несешь? Отчасти, наверное, Fortnite такой же стал, потому что, ну, тут фана вообще
Практически нет. Ну почему в вертолетах, допустим, банально нету парашюта? Хотя в самолетах было. Какая-то определенная серьезность. Ты должен ценить жизнь. Ты не должен летать по всей карте. Хотя мы это 10 сезонов позволяли делать, но почему-то сейчас решили этого не делать. Не знаю, постоянно турниры, 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 турниры. Фана нет. В паблике ты скучаешь. Хуйня скучная. Варенье потеешь. Нету релакса. Вот и все. Ну просто, Fortnite потерял фановые свойства и перешел более на какой-то серьезный. Ух, ебать, человек был. Просто, понимаете, одну точку получил, за километр застроил. Он, скорее всего, выбежал. Хотя нет, он может быть вот в этом боксе сидит сейчас. Просто отсматривает меня. Да, отсматривает меня. Ну, строится он дико, я скажу. Отлично. Ну, вон, ну вот надпись такая же, что я могу прицепиться, а я прицепиться не могу. Бать наебашил мне, кстати. Я не успел лестницу поставить, я случайно взял кирочку. Но я знал, что он меня байтит. Я прям готовился лестницу поставить. А зачем я на кулу прыгнул? Я просто реально, сломя голову, полетел в место, где меня ебут постоянно. Сейчас кара меня просто отъебашит. Эй, дай мне нахуй. Я не попал, да? Быстро. Блядь, здесь. У-ту-ту-ту, очень потно. Блядь. Фу! Вот это я сейчас, конечно, придумал. Оп. Хорошо. О, ебать, я переиграл сейчас. Ебать, я, конечно, сейчас просто... Одного, второго, третьего. Ну, третьего, конечно, не было, но... Надо читать. Это было очень красиво. Залутано. Причем очень хороший лут тут. Я не знаю, если тут золотой аук валяется, что он там нашел? Так, я на... В сторону фермы вообще не имею желания идти. Просто должен за километр обходить это место. Потому что столько крыс тут, это у. Не ставится. Въебал, красава. Не ставится пол! Да, блядь, ну у меня, клянусь, пол не ставился просто. Салам алейкум, Баурум. Здорово, братан, играю в турнир. На данный момент пробываю в киберспорте. Турнир, надеюсь, ты чраивался в Call of Duty, в Modern Warfare. Конечно. Я испугался сам. Ты меня испугал? Я сам испугался, если, блядь. Чуть позже пойдешь, что ли? Конечно. Все, я тоже, я там завершил эту игру. Короче, будем ждать сверху, если что. Хорошо, брат. Что это за прикол сейчас вообще происходили? Пиздец. О, файт. Бля. Сука, еще Немо захавал. А, фак. Хорошо. Пора Мидаса зафигачить. Бля, время. Короче, когда останется... Бля, не знаю. Я просто не успею, наверное, в чат посмотреть. Там нужно срочно каждую секунду чекачат. Чтобы не пропустить до следующую катку. Или эту доигрывать, я не знаю. Бля, это бот был! Умрёшь? Па-па-па, блядь! Па-па-па-па! Быстро! Хорошо! Все, доигрываем, похуй. Или ливнуть.
Бля, не знаю. Ладно, похуй, доиграем. Доиграем, доиграем. Если хорошо начали, похуй, доигрываем. Чел? А, тут чел еще. Все так просто, ребят. Я косой очень. Фак. Ну ладно. Вот и в принципе трик мы Hype Night Plus обыграли. Бля, почему я не могу посмотреть, сколько я сыграл? Почему? 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 Нихуя ли ты красавчик на четвертом месте? Вообще ебать. Машина нахуй.